А сейчас мы открываем пророк Езикея. Помните, сегодня тема ⁇ покаяние. Пророк Езикея, глава 14, стих 6. По скажи дому Израилеву. Еще раз. Посему скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог. Покайтесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Еще раз. Иезекиил, глава 14, стих 6. Посему скажи дому Израилеву. Так говорит Господь Бог. Покайтесь и отвратитесь от идолов ваших, что эти наши идолы сегодня заниматься сексом, смотреть порно, да, смотреть порно, это идол. Бить пьяно. Мы можем пить, мы можем пить вино, алкоголь, но не можем бить пьяно. Бить пьяно... Это грех. Это грех. Дальше наши идолы сегодня: христианский, христианский церковь, христианский церковь или исламский церковь, которые у нас сегодня. Это все идолы. Если ты любишь твою, как сказать, твою жену больше, чем наш Господь.

другие, вот другие страны. Mm -hmm. Еще раз. Стих 6. По всем скажи дому Израилеву. Бог сказал языке, скажи дому Израилеву, потому что он Бог Израиль. Он только наш Бог, не Бог для всех людей. Он создал все люди, да, но он забрал Израиль люди, к ним. Он сказал, что он любит только Израиль люди. Это второзаконие глава 7, стик 6. Пророк Еремия, глава 13, 1. Не, извиняюсь. Пророк Еремия, глава 31, стик 1, до 3. Пророк Эмос, глава 3, стик 1. -3 до два он на все эти сказал что я люблю только израиль люди поэтому я наказал им я не наказал все люди я наказал израиль и люди и бросил их на все народы что они будут там фурабзва потому что они не соблюдали они не соблюдали мои законы мы наручили его завет. Поэтому он бросил нас. Но он, но он уже сказал, что он обещал нас, что он будет забрать нас вместо еще раз. В последний день, когда Иисус Христос будет здесь, Христос будет забрать нас от все эти народы. Что мы будем где? В нашей земле, Израиль. А люди, которые здесь сегодня, они все будут умирать. Христос будет убить все, все люди там, которые не наши люди. А Иисус Христос может забрать тебе и не наказать тебе, если ты соблюдаешь эти все законы и верит на Его. Не белый Христос, но черный, потому что Библия сказала, что он черный. Иисус Христос, он черный человек, не белый. Еще раз. «По всему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, покайтесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Сейчас мы открываем. Книга Деяния, глава 5, стих 29. Петру же и апостоли в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Значит, что мы будем слышать наши Бог, не человеком. Люди сегодня в церковь, они, они все слушают человека. Не Бог. Бог сказал, Бог сказал, что мы будем вместе, должны быть вместе в субботу. В субботу это его священный день. Но люди сказали, что нет, не субботу, но воскресенье. Это грех, это плохо. Дальше. Бог отцов ваших, Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умерли, который вы убили, повес, повесивший на древе. Повесивший на древе. Его возвысил Бог, деснисею десни свою, в начальника и спасителю, дабы дать Израилю покаяние, что он будет сдавать Израилю покаяние и прочение греков. Что он сказал здесь, что Петр сказал здесь, что наши предники, апостоли сказали здесь, что Иисус Христос сдал Израилю покаяние. Не все люди, только Израиль люди. Он сдал покаяние. И прощение греков и прощение греков. Покаяние это не для всех людей. Это только для Израиля люди. Это о чем мы сейчас здесь читали сейчас. Это что мы здесь читали сейчас. А сейчас мы открываем пророка Иезекиил, глава 18, стих 30. Посему я буду судить вас. Бог сказал, что я буду судить вас. Дом Израилев. Дом Израилев. Не сказали все люди. Дом Израилев. Каждого по путям его говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших. Еще раз. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечистые или греки, или греков не было вам преткновением. Покайтесь и обратитесь. Это не только для вы, не только для вас, это тоже для меня. Покаяние это не только для вас, это тоже для меня. И тоже для наших людей, которые уже верят, которые уже верили в этом Библию. и наш Бог законе это каждый день, это каждый день вы, вы должен это сделать. Дальше. Сейчас мы открываем. Книга притчи, глава 28. Стик 13. Скрывающий свои грехи не будет иметь успеха. Еще раз. Скрывающий свои грехи или грехов не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Надо что? Мы все надо бросить все наши грехов. Нам надо это сделать, бросить все наши грехов и поменять. И поменять наши сердца, наши жизни. Убить всех греков в нашей жизни каждый день. Покаяться, на, э, покаяться от наших греков каждый день. Это очень нужно. Очень-очень нужно.